первом квартале раздавался детский смех и доносилась ритмичная музыка. Здесь компания «Брусника» организовала праздник для детей и взрослых. Мастер-классы, интерактивная программа, конкурсы, а вечером гостей ожидали шоу-программа и концерт. Хотим, чтобы у людей формировалась культура добрососедства, поэтому в этих мероприятиях нам очень часто помогает соседский центр, который работает постоянно на территории. Хотим вот в этом нашем празднике объединить, получается, и для детей, и для взрослых, чтобы всем было интересно и весело проживать в нашем проекте. Праздник стал для жителей, а также для гостей первого квартала возможностью познакомиться и провести вместе время за играми. Подобные мероприятия позволяют людям сблизиться и приобрести новых друзей среди своих соседей. И здесь весь город аккумулируется. Мы зачастую живем в своих клетушечках, никого не знаем, нам ничего не интересно. А вот именно мероприятия, которые «Брусника» и соседский центр организовывают и помогают узнать друг друга. Между прочим, я открою секрет, здесь даже иногда знакомятся и получаются новые семьи. Много желающих было принять участие в мастер-классах, причем в самых нестандартных. К примеру, здесь можно было научиться оказывать первую помощь. Сгибайте. Вот видите, рычаг получился. И теперь за локоть сидите. Хорошо. Долгое пребывание на солнце, тепловой удар, потеря сознания. Человеку срочно требуется доврачебная помощь. Навыки, которые позволяют оказывать ее в короткий срок, необходимы каждому. Роль пострадавшего на мастер-классе взял на себя Дмитрий Белицкий. Страшно, чтобы мне товарищи оказывали первую помощь. Да ну вы что? Его ждешь, этого товарища, чтобы он быстрее прибежал, чтобы он тебе быстрее помог. В первом квартале компания «Брусника» открыла отделение вызовов врачей на дом. Оно позволяет сократить время прибытия медицинских бригад к жителям и оказать помощь людям, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно посетить врача. Во время мастер-класса детей познакомили с оборудованием, которое находится в отделении. Смотри, открой, вот это перчатка. Видишь, вот перчатка. Помимо разнообразных мастер-классов, здесь совершенно бесплатно можно было приобрести прохладительные напитки, а также попкорн. Готовили, что мы придем, что-то будем покупать, а мороженое детям. Все бесплатно, все очень вкусно. Отличное мероприятие, очень нравится. Главное, детям очень понравилось мероприятие. Просто в полном восторге. Большое спасибо нашей управляющей компании, соседскому центру и застройщику «Брусника». Для гостей также было организовано велошоу. Спортсмены не только продемонстрировали ловкое управление велосипедом, но и провели захватывающий интерактив. Ну они же профессионалы, они бы не вызвали просто так, если бы они только учились, правильно? Поэтому надо доверять. Я привык доверять людям. В завершении вечера на сцене выступили танцевальные коллективы, среди которых был «Тодос». Инга Янчук, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, «Видное ТВ».